Ну а Дональд Трамп, избранный президент США, провел свою первую встречу с одним из мировых лидеров, японским премьером Синдзо Абе. Тот приехал к нему в Трамп Тауэр. Оба остались диалогом довольны, но детали разговора Абе раскрывать не стал, сославшись на неофициальный характер беседы, на то, что Трамп еще не вступил в должность. Зато японские СМИ сообщают, что премьер страны восходящего солнца подарил будущему коллеге, заядлому игроку в гольф, клюшку с надписью «Made in Japan».